Итак, мы открыли первый теплый день. И открыли сезон. Дашенька, ты мне ничего сказать не хочешь? Почему у тебя уши даже черного цвета? А? Ефанька, ты видела свою грудь? У них идут раскопки. Кладбище. Эйфа, иди ко мне, Эфочка. Эфа! И все. Они убили. Эйфа, иди ко мне. Единственное, они просто только хвосты. Эфа счастлива гулять вот так вот и рыться в грязи, в болоте. Эфонька! Эйфи! Венди, ко мне! Венди, скорее иди сюда! Венди, ко мне! Венди! Кто тут прибежал? Вендяшенька! Эвкен, тебе нормально? Вот в такой грязи. А? А, Ев? Ева. Куда полезла? Ну все. Это жесть. Ты знаешь, что ты пахнешь болотом? Может, хватит? Венди, может, хватит, нет? Эф. А ты куда пошла-то? Прибежали. Эфонька! Ну, в болото, да? Замечательно. Вот и купательный сезон открылся. Ну вот их и поймаешь. Ефуша! Ефа! Эй, собаки, вы куда побежали? Иди обратно! Иди обратно! И не важно, что тут болото. Совсем не... Да, Вендяш? Ты как себя чувствуешь? Великолепно, да? А, я тоже так думаю. Венди, ты свинтус, что ли? Вендяшки, ты свинтус? А, Венди, ты что делаешь-то грязью? Короче, я немножко пострадала. Венди, теперь я грязная. Ты нос, грязный нос. Ну как ваши дела? Ну то вы яму выкопали. Он стоит в грязи. Копает. Че? У тебя же вот это нарада вообще, а? Это сапоги-то будут черные. Ай. Все-таки в дела, да, палочка? Эф, тебя там даже уже не видно. Нору выкопала. Офигеть. Ну ты нору выкопала. Вот, крюшки два, по ходу дела, целые.
выпуск получается. А, вторая хрюха пришла. Ты как себя чувствуешь, Вендяш? Пошла другую яму искать, копать. Одно удовольствие, снега больше нет. Надо как можно больше накопать. О, с головой удовольствие дает. Ой, да, вот они собаки. С ними только весело. Все. Неси палочку. Вот так вот мы пришли с гулянки. Яфанька, ты чисто? Вон воду зашли. Вендяш, ты устала? Лапы твои вообще жесть просто. Вендяш, все хорошо? Гулять еще пойдешь? Или спать? У тебя есть два варианта. Либо гулять, либо спать. Да. Смотри, какая вода черная. Говоришь, черная вода? Зато ее вода больная. Яфанька, тебе хорошо? Не особо, да? Рыться в болоте было намного лучше. И так проходят наши гулянки, только не все. А раз в месяц перед мытьем.